Быть супергероем — это серьезное испытание. Кто защитит мир, если не такие люди, как ты? Я Дженнифер Уолтерс, я юрист. У меня замечательные друзья. Можно мы сфоткаемся? Это срочно. Ответственная работа. Мы только что открыли отдел сверхчеловеческого права, и я хочу, чтобы ты была его лицом. И разочаровывающая семья. Ты не просила об этом, но нам все равно нужно разобраться с этим. Трансформация вызывается гневом и страхом. Ну, это основа основ вообще любой женщины. О, Брюс, такое ощущение, что если я не трансформируюсь, то умру. Да! Нет! Я просто хочу быть нормальным анонимным адвокатом. Не подскажете, где женщина-Халк? Джен, теперь ты история. Девочка, твоя задница сейчас выглядит просто отпадной. Ты могла бы стать мстителем. О, я не супергерой. Это для миллиардеров и нарциссов. И по какой-то причине для взрослых сирот. Женщина-Халк. Есть ли что-нибудь более удручающее, чем свидание в 30 лет? Да, это лучшее свидание, которое у меня было. О. Может, разделим картошку фри? Лучше возьмем с собой.